Разрешите доложить, товарищ генерал? Докладывайте, можно без формальностей. Кто-то поимел нашу систему безопасности. Программист, ранее работавший в нашем отделе. Какой пароль он мог поставить? Но он всегда мечтал сделать паролем слово, которое девушка кричит во время оргазма. Нам понадобятся парни с остальными яйцами. Мы имеем 9 женщин, и только одна знает пароль от программы. Мы готовы доводить девушек до пароля. Они вернутся в большой секс. Эй, смотри, чем рулю. О, смотри, Обама! Где? А, нет, просто негр. Вы обязаны разводить по 3 экземпляра в день. Сегодня мы будем иметь... Им предстоит сложная задача. Зои работает кассиршей в супермаркете. Такую девушку лучше 100 раз услышать, чем 1 раз увидеть. Я надела свое лучшее белье. Александра, недавно в Америке. Работает черлидершей в местном баскетбольном клубе. И я уже знаю, с кем я буду спать сегодня. С мытическим кротом. С кентукской пчелой. Подождите, мне что, достается няня? Ну да. И что я с ней буду делать? Чья это тут такая бибирочка? Моя пипирка. Почему такая маленькая? Нормальная пипирка. Ну, маленькая такая пипирочка. Что выросло, то выросло. Этой зимой. Такой путь ты проделал не зря, солдат. Согласен. Согласен, мэм. Разрешите войти. Давай потрогай мои холмы, как тебе? Ага. Еще ниже там джунгли чувствуешь, ага, да? Да-да-да. И теперь прямо в Воронеж. Кажется, мы сбили какое-то крупное животное. Вы что творите, мужчины? Что творят мужчины? Два. Да вон, мужики, чего так напряглись-то? Я сам служил. Десантура. С 1 января. You know, I've always wanted me white chocolate. 3, 2, 1. Во всех кинотеатрах. Спасибо.